Если у вас до сих пор интернет через телефонный провод и по карточкам, скорее всего, картинки у вас грузятся очень долго. Но ради таких, как вы, мы подобрали самые яркие фото и видео, которые кировчане выкладывали в социальные сети, и покажем вот здесь у нас в эфире. Все мы с вами платим налоги, кто-то деньгами, кто-то телевизорами, но кировчане иногда проявляют смекалку и платят налоги и демонстрируют свое отношение к налоговикам одновременно. Как говорится, принесли к налоговой все самое ценное. Кировчанин придумал способ, как с помощью запрещающей таблички похвастаться своим благосостоянием. На этой фотографии, кроме вывески «машины не ставить», внизу еще одна. И эта вывеска говорит о том, что у кировчанина аж 3 транспортных средства. Текст на табличке «машины не ставить» запру с 3 сторон. Продолжим видеороликом, снятым в выходные. Знаете, весьма жуткое зрелище, когда 3 человека, переодетые в костюмы каких-то фриков, танцуют. Мне кажется, видео просто немножко не доделали. И мы доделаем это видео за авторов. Наложим подходящую музыку и сделаем подходящую цветокоррекцию. Ну а закончить после такого видео хочется чем-то позитивным. Поэтому закончим нововятским Игорем Николаевым. Выпьем за любовь, как блестят сейчас